Ну, прикольная вот эта пилка ленточная. Вот этой площадке ее открутил, там три болта вот здесь крепятся. Вот. И в ручном режиме, тут ручка такая, одна, вторая. И отпиливаю вот эти кольца. Ну, так получается. А потом на станке все же меньше, нежели вот их стачивать. Ну, раньше я их отрезал вообще болгаркой. Здесь в тисы зажимал, ставил. Шума, искр, пыли этой, кобздец. Ну, я имею в виду вот этой. А сейчас вот, вот это. Вот не, сейчас все режу. Тут уже почти надписи не видно. Что за лента. Главное не попасть на этот. Там, где металл каленый. Или от резака, или от сварки. Вот. А вот такие все, все грызет. Сейчас покажу. Кстати, сейчас на них скидка на Озоне. Упали в цене. Даже, наверное, дешевле, чем я брал. Видно, да? Вот так. Тут упор есть. Он опускается. Его можно убрать, выдвинуть. В руках ее держу. Ну, тепленькая, понятное дело. А здесь вообще холодная. Потому что там металла больше. Ну, где-то на 4,5. Оно вот так вот. Тут ей до 6. Ну, я ей, на шестерке слишком быстро. Мне кажется, зубы быстро полетят. Пятерка. Ну, я где-то 4,5 поставил. И она все равно вот в нагрузочку идет. Ну, можно чуть добавить. Но мне хватает. Все, спилил криво, косо. Все равно сейчас это все дело обработается. Все-таки не вот столько, а вот там вот столько. Искр нету, стружка опасная, колючая. Можно она загонять. Но я уже привык. Как-то так. Блин, только сейчас раскуштовал, так сказать, всю прелесть ручной ленточной пилы.